А если ты встретишь самую прекрасную женщину в мире, что ты скажешь? Привет, мам. Ой, мама. А у тебя девушка есть уже какая-то? Да? Да, его зовут мама. Маму я люблю больше, чем папу. Маму я люблю больше, чем папу, только, пожалуйста, папе не говорите. Мама, мама, самая главная моя в жизни опора и ценность. Вы встречали божьих людей, таких с чистыми мыслями, с чистым сознанием? Меня родила такой человек, моя мать. Вот настоящий божеский человек – это моя мать. Главный человек в моей жизни – это мама. Все то, что мы делаем, все это для них. Мамочка. Все наши победы, все, что мы делаем, все это для наших матерей. Но, придя домой, сидя рядом со своей мамой, я был в 1000 раз счастливее, чем на Олимпийском пьедестале. В 1000 раз.